Джессика Мэй родилась 5 декабря 1993 года в Бразилии в городе Паранасити. До 15 лет Джессика росла на ферме вместе с родителями. Отец у нее фермер, а мать – учительница. Есть у Джессики младший брат, который учится на ветеринара. Зеленоглазая красавица с самого детства мечтала стать моделью. В 17 лет она приехала в Турцию для съемок одной рекламной кампании. Через некоторое время она стала моделью, снималась в разных рекламах и при поддержке менеджера Али Кыная стала актрисой. К тому же семья поддержала девушку. Джессика очень любит читать и кататься на лошади, самостоятельно выучила турецкий язык за 2 года, читая книги, пытается каждый день выучить хотя бы одно новое слово. Джессика Мэй является студенткой биологического факультета. Она прекращала обучение в университете на время участия в сериальном проекте «Новая невестка», который вышел в 2017 году. Актриса исполнила в нем роль Беллы. Для Джессики эта роль стала дебютной. Партнером в сериале стал актер Телгамин Ди, с которым они за небольшой отрезок времени прекрасно нашли общий язык. Актриса с ее акцентом очень хорошо подошла на эту роль. Джессика Мэй любит готовить турецкие блюда. Как говорят друзья, у нее это получается, как у настоящих турчанок. Самая большая мечта девушки – построить приют для бездомных собак. Она очень любит собак и пытается сделать для них все, что в ее силах. 1 июля 2018 года Джессика вышла замуж за Хасана Кара. Он фотограф по национальности турок. Свадьба влюбленных прошла в Бразилии. В 2020 году Джессика сыграла Марию в драматическом сериале «Мария и Мустафа». Главная роль также досталась Хельми Джему Интипе, который сыграл Мустафу. На этом все. Спасибо, что слушали. Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал.